Этим утром Дэниел Джейкобс дебютировал во втором среднем дивизионе, досрочно победив Хулио Сезара Чавеса-младшего, который отказался от продолжения поединка после пятого раунда. После боя Джейкобс раскритиковал своего оппонента, вышедший на бой с большим перевесом. «Для меня это не был дебют во втором среднем весе. Чавес повел себя неуважительно, я дрался с крузером, его джеб был тяжелым, физически он был крупнее меня. Я пытался финтить и боксировать, Чавес был тяжелым, я старался отвечать на его удары. Если честно, у меня ушло 2 или 3 раунда на адаптацию. Я не знал, на что способен Чавес-младший. Я не понимал, есть у него какие-то козыри в рукаве. Я просто хотел акклиматизироваться. Убедился, что могу принимать его удары, посмотрел, хочет ли он устроить драку. Для меня это комфортная победа, хотя сейчас я не могу наслаждаться ею. Но я сделал свою работу. Я хочу двигаться дальше, желаю доказать, что являюсь лучшим. Главное – адаптироваться и идти в правильном направлении. Мне хочется сразиться с Джермалом Чарло, устроить реванш с Геннадием Головкиным. Есть еще Билли Джо Сондерс и много других чемпионов. Также мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший после досрочного поражения заявил, что его соперник прибегал к нечестным приемам по ходу поединка. «Это был очень хороший бой. Я приближался к нему, но получил удар головой выше левого глаза. После этого у меня начались проблемы из-за кровоточения. Я пришел к себе в угол и не мог дышать. Он ударил меня локтем и головой. Бой получился очень трудным. Я почувствовал, что не могу продолжить, потому что не мог как следует дышать. Рефери не давал команды к остановке. Я прошу прощения моих фанатов. Я бы хотел провести реванш. Он бил меня головой и боксировал грязно, но с него не сняли даже одного очка. Он бы и дальше продолжал свою грязную работу». Мексиканец Сауль Альварес отреагировал на поражение Хулио Сезара Чавеса-младшего в бою против Дэниела Джейкобса. «В боксе сейчас больше ослов, чем звезд. Только мексиканцы понимают это», – сказал Канело. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.